Учителя и воспитатели, врачи, менеджеры, инженеры и водители. У каждого своя история, но в Большом зале правительства области их собрало одно – рождение первого ребенка и получение сертификатов о предоставлении регионального материнского капитала на гашение ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья. Я убежден, что это позволит воспитывать вот своего первенца, но в перспективе думать и о продолжении, увеличении семьи, для того, чтобы они жили счастливо на курганской земле, были настоящими патриотами и никуда с курганской нашей благодатной земли, с нашего родного Зауралья не уезжали. В Заурале материнский капитал выдается с 2005 года. За это время более 3500 зауральских семей получили более 1 миллиарда рублей. В этом году сумма материальной помощи при рождении первенца превышает 350 тысяч рублей, что является отличной помощью молодым мамам и папам. Подали заявку, оформили через КЖК, дали нам денежку. Спасибо большое, потому что помогло очень сильно. Осталось нам очень мало платить за ипотеку. Оформлять легко. Ну, документы собирать так проблематично достаточно, но все равно это стоит того. Семьи, в которых появляется сразу тройня, попадают под программу, благодаря которой счастливые родители могут получить субсидии на улучшение жилищных условий. Так случилось в семье Тастановых. 23 июля 2015 года у них родились два мальчика и девочка. Сертификат на получение почти 1 миллиона 400 тысяч рублей из Руглавы региона получил отец Тимур. Служу по контракту в Казахстане, ну, в российских войсках. А пока здесь семья. Вот сейчас отпуск заканчивается, уезжаю, жена будет одна с тремя детьми в деревне. Благодаря полученному сертификату супруги планируют подыскать большую квартиру в Кургане. Валерия Мельникова, Александр Минчиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру».